Я всех вас приветствую, друзья. Хочу представиться. Меня зовут Владимир, фамилия Харин. Я буду сегодня ответственен за сегодняшний наш день, за нашу программу. Это пение звучало у нас... Мы забыли взять вот этот вот... Как он называется? Точно не знаю. Который громко говорит. Это пение у нас было таким призывом, чтобы мы сюда пришли и прославили нашего Господа. Слава Богу! Я хотел бы перед нашей молитвой и после этой молитвы мы вместе с группой прославления из города Нововоронеж будем славить Господа, и затем Дмитрий Булатов у нас поделится словом. Я хочу напомнить слова царя Давида, которые записаны в 62-м псалме. Здесь описываются события, когда Давид находился в пустыне, когда в его жизни были непростые времена, он был вынужден бегать, скрываться, но, знаете, его сердце, оно никогда не уклонялось от Господа. Оно всегда, когда ему становилось труднее, его сердце еще ближе становилось к Господу. И это для нас сегодня пример. Он произносит такие слова в 62-м псалме. «Боже, Ты Бог мой! Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя». Слава Богу! Вы знаете, вот здесь такие действительно прекрасные слова, в которых мы видим переживание сердца, которое любит Господа, которое жаждет Бога. И он говорит: «Тебя от ранней зари ищу я». Знаете, действительно это была жажда и желание с ранней зари иметь общение с Богом. И вот когда мы размышляем, мы думаем... Вот что давало такую жажду в сердце Давида? Я бы хотел, чтобы мы вот сегодня обратили внимание на эти слова, когда он начинает этот псалом, он говорит: «Боже, Ты Бог мой». Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас задумался над этими словами. Кто есть наш Бог? Кому мы сегодня поклоняемся? Кого мы сегодня желаем видеть с раннего утра? С кем мы желаем сегодня иметь общение? В ком мы нуждаемся сегодня больше всего? И я верю, что сегодня здесь народ собрался для того, чтобы искать Божьего лица. Для того, чтобы искать нашего Господа. Того, который любит нас, который нас возлюбил, который нас спас, который нас искупил и который нас приобрел для себя. Слава Богу! И я верю, что Бог... Он желает сегодня нас благословить. Давайте мы встанем на наши ноги. Давайте мы будем открывать наши сердца и будем говорить нашему Господу: «Господь, Ты наш Бог, и мы Тебя жаждем, мы с Тобой хотим иметь общение и иметь Твое благословение». Слава Господу! Господь велик. Он любит каждого из нас. Он желает благословить нас. И через нас с вами прославиться. Но для того, чтобы нам пройти этот путь, нам нужна сила Божья. А где ее взять? Она там, где Господь. Слава Богу, что вы сейчас здесь, на этом месте. Бог желает каждого благословить силой своей, чтобы вы были свидетелями Божьими во всей вашей жизни до самого конца. Чтобы стояли твердо в вере. Будем петь Господу. Откроем Ему свои сердца. А если сердца открыты, то уста не будут молчать. Они всегда будут благодарить и славить Господа. Будем петь Ему. Thank you.
На служении пусть Твой Дух прибудет с нами. На служении будем прославлять Тебя. Знаем, что когда к Тебе склоняемся, нас Ты всех благословишь. Нас Ты всех благословишь. На служении пусть Твой Дух и будет с нами. На служении будем прославлять Тебя. Знаем, что когда Тебе склоняемся, нас Ты всех благословишь. Нас Ты всех благословишь. Любовь Твоя, Господи, бесконечна, и милости Твоей нет конца. Дай нам каждое утро любви Твоей прибыть, наш Бог. Любви Твоей прибыть, наш Бог. Любви Твоей, будет прославлять Тебя. Знаем, что когда Тебе склоняемся, нас Ты всех благословишь. Нас Ты всех благословишь. Любовь Твоя, Господи, Твоей нет конца. Дай нам каждое утро любви Твоей прибыть, наш Бог. Любви Твоей прибыть, наш Бог. Как Ты велик, как Ты велик.
Совершенный, Господи, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Хотим восклицать и говорить, как велика Твоя милость, Боже, каждому из нас. Как велика Твоя любовь, Господь, Боже, как прекрасна Твоя забота о каждом из нас, Боже. Аллилуйя, славим Тебя, наш Спаситель. Славим Тебя, наш Спаситель, хвала Тебе, Господь, Боже. Хвала Тебе, Господи. И сердце каждого, я верю, желает благодарить Тебя, Господи. Боже, Ты сохранил, Господи, каждого из нас до этого места. Ты здесь собрал нас, Господи. Ты сам здесь пребываешь, Боже. Аллилуйя, Господь. И Ты собрал нас здесь не просто так, Господи, Боже. Я верю, что Ты, Господи, хочешь благословить каждого еще больше. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Боже, чтобы вера, Господи, каждого из нас стала еще тверже, Господь. Чтобы, Господи, дух каждого из нас стал еще сильнее, Господи. Чтобы, Господи, мы стали еще мудрее, Господи, после этой конференции, Боже. Господь, я верю, что Ты желаешь благословить, Господь, и что после этой конференции каждый из нас еще сильнее полюбит Твою церковь, Господь. Еще сильнее, Господи, полюбит братьев и сестер, Боже. Еще яснее, может быть, уразумеет ответственность, Господи, которую мы несем друг перед другом, перед людьми, Господь. Боже, ответственность быть примером, чтобы в каждом из нас видели Тебя, Господь, чтобы нам быть носителями Твоего неповрежденного учения, Твоего света, Твоей истины, Господь. Благослови до каждого из нас, Боже. Аллилуйя, слава Тебе. А мы будем еще петь Тебе, Господь. Мы будем еще прославлять Тебя. Мы будем еще поклоняться Тебе вместе, Господь наш. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слушай, Израиль. Господь Бог твой единственный, Господь. Будем петь. Yeah.
Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарим группу «Из Нового Воронежа». Сейчас